Заместитель главы города Владимир Забураев доложил о том, какие работы запланированы в сфере ЖКХ и благоустройства. В городе и сельских округах проведут инвентаризацию трансформаторных подстанций воздушных линий. Сегодня на балансе муниципалитета 64 подстанции. По результатам проверки специалистов предприятия НЕСК электросети еще 58 линий в городе запитаны незаконно. Ливневки, канализационные люки и решетки заменят там, где они требуют замены. Специалисты коммунальных предприятий продолжают обрезку веток. Особое внимание сегодня власти города уделяют приведению в порядок памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В каждом сельском округе проводятся проверки и необходимые ремонт и благоустройство мемориалов. Жители станицы Гастагаевская обращались с просьбой сделать остановку в районе улицы Западная, поскольку дорога не муниципальная, вопрос будет решаться в краевых инстанциях. Массовость и результативность таких принципов организации потребовал глава города в решении вопросов развития и поддержки физкультуры и спорта. Залы в специализированных школах не должны пустовать.